3 сентября по всей стране прошли митинги и памятные акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Не остался в стороне и Славянск на Кубани. Около памятника полководцу Александру Суворову управлением по делам молодежи и Центром патриотического воспитания имени Героя России Геннадия Трошева была проведена акция «Свет мира», посвященная памяти жертв террористических атак. Очень важно нашей молодежи помнить об этих страшных событиях, которые произошли в Беслане в эти дни. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы еще раз обратить внимание общественности и почтить память всех ребят, которые погибли в этом страшном террористическом акте. Мы призываем всех помнить и склонить сегодня головы перед невинными жертвами, которые были в Беслане в эти страшные дни с 1 по 3 сентября. День солидарности в борьбе с терроризмом установлен федеральным законом о днях воинской славы России и связан с трагическими событиями сентября 2004 года в Беслане, когда в результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Это трагическое событие вызвало огромный общественный резонанс и сплотило людей в борьбе с терроризмом, как национальным, так и международным. В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. И сегодня важно не допустить повторения тех страшных событий. А для этого нужно воспитывать молодежь в любви к родине, прививать уважение к другим народам, учить терпимости и толерантности к другим взглядам и убеждениям.